Здравствуйте, уважаемые зрители, свободный народ, свободные люди. Дмитрий Баиров, город Москва. Вот как-то так рад вас всех увидеть. Нет, увидеть как-то. Вам всем привет передать. Это все увидят Дмитрия. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, зачем вы приехали в Москву, какова ваша цель? Изначально цель была приехать, встретиться со всеми блогерами, которые действительно за свободу слова, за демократию, за улучшение качества жизни населения страны, также жителей страны. Если они со мной не встречаются, значит, они против. Я бы так сказал. Потому что мы приехали из Республики Бурятия, это не близко. Ну и, конечно, я. Да, и, конечно, сейчас, конечно, в современном мире это легко прилететь, допустим, да, вот приехать. Ну, а так расстояние, конечно, огромное. Где-то около 5000 километров, и все равно. А на сколько времени вы приехали? Ну, пока дата, как говорится, открытая. Открытая, то есть, да? Возможно, если понадобится более длительное время находиться здесь, буду находиться столько, сколько нужно. Но, соответственно, где-то примерно на январь месяц я рассчитываю домой назад улететь, уехать. А я могу оставить ваши контактные данные в описании к этому ролику? Можно. Да? Друзья, все, кто захочет, пожелает встретиться с Дмитрием, и давайте, конечно, встречаться и объединяться. Человек проехал треть земного шара до нас. В закрепленном комментарии в описании к ролику будут контакты Дмитрия, достойнейшего человека, смелого и порядочного. Вот я когда узнал, что он в Москве, бегом прибежал к нему. Вот, очень-очень приятно с вами познакомиться, дорогой Дмитрий. Вот, собственно, дарю вам книгу в подарок и задаю, позвольте, один вопрос, который мне зрители спрашивают постоянно. А как побороть свой страх? Вот я там на митинги хожу и все такое, на все и буду ходить, хоть полиция ведет себя зверски совершенно. Как вот вы преодолеваете страх и пассивность? Ну, как бы сказать, страха-то и не было. Просто человек, когда говорит правду, почему он должен бояться? То есть за правду он не должен бояться. Почему? Я вот просто сам не ожидал того, что в отношении меня применили. То есть я как и говорил, то что я говорил правду, и тут получилось так, что за правду применяют вот такие, как говорится, антинародные, как говорится, нарушая все законы Конституции Российской Федерации. Как бы вы охарактеризовали государственный строй России вот в сегодняшнем его проявлении? Это демократия или диктатура? Это режим. Режим. Хорошо сказано. Я вот говорю все время, что это мы живем в наследии ГУЛАГа. Что ГУЛАГ не умер, ГУЛАГ вот он разросся и принял такие уродливые формы. Ну, у каждого, конечно, право на свое мнение, безусловно, но с этим что-то надо делать. Вот я бы хотел бы сказать, уважаемые зрители, Конституция Российской Федерации звучит следующим образом. Не более президент может находиться в качестве президента не более двух сроков подряд. Вы понимаете, Конституция уже нарушена. Вот я что хочу сказать. Уже прошло два срока он просидел, потом поменялся президент на Медведева. Вы понимаете, подряд это и есть подряд. Чередование это подряд. То есть тут уже нарушение Конституции Российской Федерации. А нарушитель, сами понимаете, кто. Как вы думаете, есть надежда победить этот режим? Надо всем блогерам, жителям страны объединиться. Неважно, каких вы направлениях вы не были, но у нас есть режим, и с ним надо, его надо, как говорится, поменять. Ну, не менять, это устранять. Да, устранить, чтобы, как говорится, сейчас вот даже высказывания, цензуры, как таковой нет. То есть за каждое слово могут прицепиться, развернуть на стол на 360 градусов, и ты можешь оказаться там, где ты не хотел бы оказаться. Вот я о чем говорю. То, что
здесь всегда надо правильно говорить. То есть фактически мы живем в режиме беззакония. Ну, пока они могут сделать все, что хотят, и повернуть закон. Российская Федерация есть, это самая высшая, так скажем, то есть, ну, самый высший закон, который не имеет права даже президент нарушать. Президент – гарант Конституции. Статья Конституции Российской Федерации, 29-я, пункт 4-й. Ну, вам же известно. Да, конечно. Свобода слова, информации, распространения. То есть много каких пунктов, которые, ну, под запретом. Даже статья свобода собрания, 54-я, да. Они сами допридумывают федеральные законы, дописывают. То есть, получается, надо уведомительный характер сделать. Ну, уведомил ты, но тебе разрешение не надо. Да. Я считаю, что это так. То, что ты, допустим, даже уведомил, но что я завтра пойду туда-то всего лишь. Ну, там где-то что-то приписывают, разрешение, одобрение, неодобрение. То есть, они под себя эти законы меняют. Это неправильно, это несправедливо. И, получается, нарушается вообще сама Конституция Российской Федерации. И вообще, я бы так сказал, нету процедуры отзыва депутата любого. Нету такой процедуры отзыва. Тут надо менять законодательство. То, что, смотрите, люди выбираете, когда вы выбираете какого-то либо депутата, проходит, допустим, какое-то время, и он не выполняет свои обязанности, да? То есть, а как вы его отзовете? Вопрос. Нету процедуры. Вы выдвинули его, а где процедура ему, как это называется, импичмента, то есть переизбрание, то есть недоверие, да? Вот? Да, да, и, да. Его нету. То есть, получается, как бы сказать, мы его наделили, уполномочили вот, представлять наши, ну, то есть, как называется это, чтобы он наш представлял интересы, наши интересы. Да. И, а смотрите, какая интересная ситуация. А куда вы его, то есть, направили? А вдруг он вас на органы продаст? То есть, где доверенность? Что входит его, где он, что подписывает? Подождите, он может тогда... как депутат от вас, и он же вас же может, ну, грубо говоря, то есть и сейчас принять какой-то закон. Против меня же, да, да. И как мы видим, они это и делают вовсю, открыто и в наглую. На самом деле, к сожалению, это уже не открытие, они просто сбросили маски со своих звериных оскалов. Подскажите, пожалуйста, вот меня очень-очень волнует вопрос Китая. Он у вас под боком буквально. Скажите, действительно ли имеет место быть китайская экспансия, завоевание, ну, продвижение Китая к нам на север? Есть, я бы так сказал, такой у нас Улан-Удэ правозащитник Андреев Дмитрий Геннадьевич на Фейсбуке. Посмотрите, у него есть статья на странице. А закон о торах. Вот этот закон о торах вот как раз таки позволяет гражданам из Поднебесной, ну, я бы так сказал, да, взять какую-то из территорий, даже если ему она понравилась, но она не входит в территорию опережающего развития. Он может, нет, он может местную какую-то власть. Что он может сделать, допустим, местных депутатов подговорить? Или... насквозь коррумпированных может и подкупить, да, он скажет, и все. Нет, он даже может сказать с предложением. Мне нравится вот эта территория, я готов в нее вложить сколько-то там долларов. Покупка путем инвестиций, да. Но да. Мне нужно, чтобы она, вот эта территория, перешла с обычной землепользования в территорию опережающего развития. А для чего это им нужно? А что делают местные законодатели? Они говорят, ну давайте вот эту землю, да, переведем в ТОР. Земля переходится в ТОР, то есть, понимаете, да, примерно? То есть, земля поменяла название, теперь она территория опережающего развития. Сюда может любой инвестор зайти, взять эту территорию в частные руки на 70 лет. И в течение 70 лет может, как говорится, родиться два поколения могут. Да, да, да. И те даже, будет жители, нет, праву, даже да. Те жители Поднебесной будут уже считать себя коренными жителями. И вот какой вот момент, вот такой, как вы говорите, да, китаизация России, вот она к этому как раз и приведет через вот эти торы. И тогда уже на этой территории опережающего развития там могут люди, как говорится, то есть жители из Поднебесной, участвовать в прямых голосованиях.
дети, которые рождены на территории Российской Федерации, они могут уже автоматом претендовать брать, на гражданство. Гражданство получить. Получая гражданство, соответственно, они могут что сделать? Как-то голосовать за что-то. И в итоге вот так постепенно Дальний Восток, как и говорят вот многие, да, то, что до Урала может просто-напросто... Он уже фактически становится, да, к сожалению, они, их экспансия очень опасна, да, и тяжела. И здесь не понимают просто люди того, что происходит до конца. Да, я хотел бы вот как раз таки всем вот порекомендовать. Я вот сейчас не могу вам ссылку скинуть. Вот я бы хотел сказать, на Фейсбуке Андреев Дмитрий Геннадьевич есть. И посмотрите, у него страница «Закон о Торо». И вам все станет ясно. Просто прочитав один раз, вы поймете, что такое закон о Торо. Предательский совершенно закон. Друзья, я постараюсь ссылку в описании к ролику тоже поставить. Дмитрий, огромное спасибо. Я выключаю пока камеру, но с Дмитрием не прощаюсь.